Бабка давно сдохла, сынок. Батя, живой. Здоров. Здорово, батя. Ну. Ну-ка, носки сухие. Переодевайся. Доходи в залу. Припозднился ты, а я тебя к обеду ждал. Дорога, батя, длинная. Мурманских поезд опоздал. А тут от станции пока. А где же мать, батя? Отослал я ее к сестре твоей Валентине. Зачем? Чтоб не мешало мужицкому нашему разговору. Чую, дипломатия будет навалом. А ты как думал? Вот набралось за столько-то лет. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Верно говоришь. Давай, проходи, ходи. Иди-ка, батя. Прошу. А это вот сеструхи не пополняла еще? Это матери. Пуховый. А вот это, батя, тебе. Спецы, говорят, бронебойные. О. Спасибо. Отдашь бабам эти таблетки, они им шибко верят. А я здоров пока. Ну, напугал ты меня, батя, телеграммой. Так ведь не напугай я тебя, ты бы с места не сдвинулся. Не жаришь, отец. Что было, то было. Бельем поросло. Ведь поросло, да и не заросло. Ну, давай, садись, выпьем за твой приезд. Давай. Праздник все-таки, сына как вновь вижу. Ну, рассказывай, как живешь. Чего? Тамару свою не привез? Расписались мы с ней, как? Ну, не в бумажке дело. Вместе собирались. Не отпустили ее. Да. Фотографии привез. А чего же не отпустили? Незаменимая, что ли, какая? Да нет. Денег на ней много. Ценности. Ювелирным отделом заведует. Ювелир Намаров. То отдел доброе. Слышь, а ты, наверное, забыл, какой нынче день. А я вот помню. Аккурат 12 лет тому назад. Ждали мы тебя с матерью с лодской твоей службы домой. А вместо тебя принесли нам вот этот букетик. Вот. За честь тебе какими-то словами от нас отказался. Уж кончай, батя, а? Ты знаешь, по какой причине он не вернулся. Соображаешь. Ну-ка, налей-ка еще по стопочке. Помянем Настену. Светлую душу. Полгода, как схоронили мы ее. Светлая была бабенка, уважительная. Девчонку подняла, такую, как сама. Полинкой назвала, как мать нашу величают.
А ты, сукин кот, не раз еще слезу обронишь эту рюмку, вспоминаючи. Слушай, батя, стоит разговор, не простил ее и никогда не прощу. А мне на твое прощение, дорогой гостеночек, вот как наплевать. Для нас Настена своей была. Всю жизнь горемычную с нами прожила, а тут мы ее и схоронили. Земля и пухом. И не заводил бы я с тобой, как ты говоришь, пустых разговоров. Долг на мне, я его исполню. Незадолго до смерти позвала она меня, завет оставила. Велела передать, что на тебя обиды не имеет. И всю жизнь тебя, дурака, любила и помнила. Ну, спасибо, батя. Спасибо. Обрадовал. Любила, говоришь, помнила? Так меня, бать, слезой ты не проймешь. Ну, можно сказать, всю жизнь переломила. Я ведь после нее ни одной бабе не верю. Родного дома лишила. Столько лет под тундром мотаюсь. А дурное это дело не хитрое, от родного дитя-то по тундрам бегать. Чего? А то, что Полина, наша единственная внучка, а вам, Павел Матвеевич, родная дочь. Слушай, батя, ну ты даешь, а? Дает, батя. Веселые у нас тут кружева плетут. Полегше, малый. То предсмертные слова ею были сказаны, если ты понять способен. А я же тебе как прокурору доказательства нужны. Ну вот скажи ты мне сейчас. Было тебе на службу письмо, что невеста твоя без тебя тут живот нагуляла? Было? Было. Было. Значит, не зря мать мучается, грехи замаливает. Но дело-то не в том, что мать с дуру наклепала, а вот что ты от большого ума поверил. С тебя спрос. Вот, Паша. Поэтому я тебя сюда и вызвал. И узелок и тут надо развязать. Дочь тебе, Полина, или нет, это тебе пускай твоя совесть подскажет. А вопрос в том, будет ли она сиротой при живом отце, как я помру. Вот этот вопрос и надо решать. По-людски. Слушай, батя, я тебя понял. А ну пойми и ты меня. Я в этой ситуации либо гад, либо дурак. Гад, если от родного дитя бегал. А дурак, если чужую девчонку за свою приму. Ничего себе выбрата, а? Нет, батя. Я уже кто битый. Бабьи сказочки для меня. Вот так вот. А то, что тебе там Настёна казала, мазала, так ведь там не одна Полинка. Там ведь еще двое пацанов, говорят, было. Может быть, и они мои? Может быть, тоже их признать? Вот смех-то будет. Папаша-то их страшно обрадуется. Только я, батя, в дураках-то ходить не привык. И давай-ка мы с тобой эту пластиночку сменим раз и навсегда. Все. Ну, я сказал. Ты ответил. Все. Все. Ляжешь спать, гаси свет. Подошел. Thank you.
Принимай гостей, Полина. Здравствуйте. Вот, комиссия из города. Желают посмотреть, как вы тут живете. А хорошо живем. Лучше всех, да? Не хуже других. Картошку родилась. И огородина тоже. На зиму хватит. У нее корова-ведерница, хорошая корова. Роман Гаврилович сено обещал. Да, выделим. Есть решение. Товарищи, товарищи, ну о чем речь? Корова, сено, картошки. Давайте поговорим серьезно. И не на улице. Да, Полина, проходите в хату. Ну, раз время не терпит и есть такой закон, оформляй опекунами нас. Кого это вас? Меня, Матвея Егорыча Зубова и мою жену. Заявление наше у вас имеется. Боже мой, но ведь я же только что прочитала вам статью закона. Что она гласит? Опекуном может быть назначен человек достойный и уважаемый. Ну вот, уж лучше моего брата родного и сыскать нельзя. Точно. Подождите. Обеспеченный. Обижены не будут. И не старше 60 лет. А не дай бог с вами что-нибудь случится. Ну что же мы еще раз детей-то сиротить будем? Извините, Матвей Егорыч. Если дома оставлять нельзя, то не разлучайте. Это мое условие. Условие? Никаких условий, девочка. Существует твердый порядок. Ты будешь жить и учиться в нашем интернате десятилетки. Павлика отправим в детский дом. Ну, а... Ну, Степку вашего надо показать врачу, и будем оформлять его в специальный детский дом. Для дефективных детей. Не надо его показывать. Мама возила Степку к доктору. Он сказал, у него ушки хорошие, и сам он весь хороший. Так у маленьких бывает. Молчит-молчит, а потом вдруг заговорит. Вдруг? Вдруг ничего не бывает, чтобы он заговорил, с ним надо заниматься. Я занимаюсь. Павлик уже читает, и Степа все буквы знает. Только сказать пока не может. Посадил дед репку, выросла репка большая, пребольшая. Стал дед репку и земли тащить. Тянет, потянет. Вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка за детку. Детка за репку тянут, потянут. Эх, не подшитые стареньки, вареники, вареники. Эх, не подшитые стареньки. Ой ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец. Ох, не носи девкам колец. Валенеки ты, валенеки, эх, не подшитые стареньки. Валенеки, валенеки. Суди, люди, суди, Бог, как же я любила. По морозу босиком к Нилову ходила. Валенеки ты, валенеки, эх! Валенеки, эх, не подшитые стареньки. Валенеки ты, валенеки, эх, не подшитые стареньки. Если не вместе, то никуда мы отсюда не поедем. Такое наше последнее слово. Давайте кончать, товарищи.
Сентябрь месяц на исходе. Девочка до сих пор не учится. Из-за того, что вы тянете с оформлением, дети потеряли пенсию. По утрате кормильцы. Наконец, у меня из-за вас неприятности. Нет, нет. И нет. Готовьте детей. Через неделю они должны быть на месте. Все хорошо. Очень скоро надо. Может, пропустим, а? Перебьется. Ты не собирался никуда уезжать? Ты что, ма? Я только за билетом поехал. Я же без вещей. Захаровна, да я же тебе говорил. Да куда он от нас денется? Ну, здорово, беглец. Здорово, братишка. Ой, ой, родной ты мой, родной. Извини, Сергей Иванович, не узнал. Он сказал бы я тебе словечко. Ну, погоди, может, еще и скажу. Ну, ты ж куда торопился? Езжай! Пашенька. А знаешь, я тебе телеграмму отбил, вызов. Да ну, я не получал. Ну, ясно, разминулись. А событий у меня сразу два. Сына женю раз, в армию его провожать два. А не торопишься? Что, женить или отправлять? Эх, нас, брат, нынче ни там не спрашивают. А что вечером ждем, чтоб как штык. Договорились. Как уехал ты в армию, она еще пуще расцвела. На танцульке в клуб бегает. Художник этот городской пристал и пристал портрет с нею красками рисовать. А чего это рисовать чужую-то невесту? Обида меня взяла. А бабы, сам знаешь, шу-шу-то шу-шу. Ладно ли? А тут... Забегает она ко мне как-то. Про письмо спросить, что ли? А я гляжу. Господи, да она уж тяжелая. Веришь ли, Пашенька, сердце мое зашлось. Осрамила я ее. Да разве ж я зла хотела? Я и в думке не знала, что вы тут с Настей сладили. Позора тебя берегла. Вот и написала то письмо растреклятое. Грех на мне великий, знаю. Но ведь и наказание каково, сынок. Одно своя совесть точит. Девчонка-сирота всегда перед глазами. А отец как каменный стал. Зимы в глаза не глядит, каждое слово сквозь зубы цедит. Сказал, как отрезал. Ты клевету пустила, тебе милости нет. Это ж теперь видно наша кровинка-полюшка. А на лицом Насти, а вот как встанет, как сядет. Вся в тебя, все крошечки подобрала.
Ладно, мать. Кончай. Чего ж теперь? Ой, Пашенька, вы казните, да не до смерти. Успокойся. Все вернуть до сызнова. Родичи и гости, много мы здесь слышали хороших слов и пожеланий, а также тостов за жениха и невесту, за отцов и матерей. Спасибо вам. Ну, свадьба свадьбой, а завтра, послезавтра молодому военкомат. Вот уже и голова под бескозырку готова. И вот что я хочу сказать. Дорогие наши родичи и гости, хочу я пожелать сыну своему Юрке, матросу завтрашнему или солдату, где бы он ни служил, на юге или на севере, в пехоте или на флоте, хочу я ему пожелать такого дружка-товарища, какой у меня был все годы флотской службы на скалистых берегах Баренцева моря. И хоть я на 4 года его старше, а был он для меня как лидер, лихой матрос. Вот он, Павел Матвеевич Зубов, гость дорогой. Будь здоров, Павлуша. Скажи, друг, молодому солдату свое слово. Ну, что сказать? Скажу главное. Ты, Юрка, служи весело. А ты, Нюра, жди мужика честно. А в общем, горько! 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 Боже ж ты мой, как две капельки! Когда-то ж надо было свидеться. Да улыбнись же ты, Павлик, слышишь? Что было, то было. Что будет, то будет. Давай вот, за твое счастье. Сереж, налей ему. Ну, давай. Будь здоров. Ой, закусывай. Тёлочка, Наталья!
Поля. Чего ж ты со свадьбой ушла? Ребята одни дома. И корову завтра в стадо провожать. Трудно одной-то? Нет. А что у братьев-то родни? Нет, что ли? У Павлика есть отец. Только спился он совсем. Мам жалела его, а потом ушли. Чем пьяница отец, лучше никакого. А Степа брошенный. Его в роддоме бросили. Мама его и Павлика кормила. Так он и остался у нас. Он хороший, все-все понимает. Только молчит. Как же вы жили-то? А хорошо жили. Сначала мама в городе маляром работала. Мы в общежитии жили. Там меня все нянчили. А потом в клубе. У Петра Леонидовича. У него там комнатка была. А когда нас четверо стало, мы в село вернулись. Дедушка Матвей крышу починил. Так жили. Ну, а про меня что-нибудь знаешь? Все знаю. У нас фотография ваша есть. Какая? В морской форме. Дедушка Матвей про вас здесь рассказывал. Бабушка Поля. И мама тоже. Что, мама, ругала? Что вы? Она говорила, хороший, добрый, только гордый. Ну, я пошла. Поля. А я пироги на завтра затеяла. А что, свадьба разошлась? Да нет, в самом разгаре. А ты что же? А я ушел. Ну и ладно, ну и хорошо. Ну что, батя? Как там с ребятами-то решили? А не твое это дело. Как-то не мое. Слушай, Павло, я вчера тебе сказал, ты мне ответил. И будь ты мужиком. Все, слово сказано, дело сделано. Ты не серчай на отца, Паша. Ему ребят не дают, вот он и лютует. Как это не дают? Ну, старые говорят, а вдруг помрешь? Закон, говорят, не велит. Подожди, мать. Только что, всех троих берете, что ли? Да как же их рознить-то, Пашенька? Они ж не разлей вода пуще родных. Ну, дела. Вот дает, батя, а? И закон ему не закон. Нет, и закон ему уладили. Уладили все, он ездил к Валентине в больницу, она согласна. Опекунство на нее оформят, а жить будем, как жили. Так. Значит, решено. И подписано. Вы меня спросили? А кто ты такой, чтоб тебя спрашивать? Так это кто такой? Я сын ваш, между прочим. И Полинке родной отец. Что сын, это точно, мы не отказываемся. Что член семьи, вроде бы да. А вот отец ты никакой. Стоит с Полина. Мужику четвертый десяток, а ты все за него на амбразуры падаешь. Да падалось! Вон он сидит, чистый эгоизм. Слушай, батя, ты выбирай слова-то. А я выбрал. Я их 13 лет выбирал. И пока я жив, внучка моя в детдом не пойдет. Есть у нее родня. Дед, бабка, тетка обогреют. Слушай, хватит ругаться, батя. Ты сам-то рассуди. Как на Валентину такую обузу-то вешать?
Сердце у нее больное. Инвалид, можно сказать. Инвалид. Сам ты инвалид. Душу заморозил на своем севере. Ну, хорошо. Хорошо. Пусть сестра твоя инвалид. Да. А я в скорости помру. Это как? Ну, что ты вот предлагаешь? Ну, что? Ну, что там? Ну, что, ну? Ну, может быть, я сам захочу Полину взять к себе. Может. Может, захочу, может, расхочу. А может, тебе никто не поверит. А может, не доверит, а? Как это не доверит? Да потому что на мужа нет надежи. Баба ты! Пойдем! Паша! Пашенька! Если бы ты не был моим отцом... Матюша! Слышь, Полина, не мешайся. Ты знаешь, что я твой отец. Знаю. Откуда знаешь? От мамы, от дедушки. Что же мы с тобой будем делать, а? Не знаю. Ну, тогда я знаю. Вот что. А ну, давай, собирайся. Поехали. Куда? Как куда? На север поехали. Вместе жить будем. Хватит, она мучилась. Ну, чувствуешь, как не живой. Поехали? Нет. Чего нет? Нельзя мне с вами. Как нельзя? Нет. А я думал, ты обрадуешься. Ну что ж, нет, так нет. Значит, дочка, ладно, иди домой. Иди. Иди спать. Вы не обижайтесь, Павел Матвеевич. Мне без них нельзя. Никак. Поля, да я же понимаю все. Ну, нельзя же так. Я ведь о тебе думаю. Учиться тебе надо, Полина. Ты им нужна, пока не маленькие, а вырастут так. Да и вообще им авторитет нужен мужской. Спасибо, что позвали. Мне нельзя. Полина! Поля! Поля! Поля, ну как же ты, а? Поля, ну это не окончен разговор-то, Полина! Что ты будешь делать, а? Thank you.
Шлем в люльке. Тормоза я подтяну, резко не дави. Бачок полный. Если какие проблемы, я весь день в мастерской. Девочки, то никому не нужна была. А то вот и заявление от Зубова Матвея Егорыча. Отказ по возрасту. Тут же ходатайство от Зубова Валентины Матвеевны. И тоже будет отказ. Потому что известно, насколько она больная. Сердечница. Теперь вот вы. Не здешний, приезжий. А по какому праву-то? Отец я. Отец? Поздновато явились, папаша. Не знаю, не знаю. Все это очень несерьезно. Слушай. Извини. Поверь, сестра. Серьезно это. Помоги. Решать будет комиссия. Вот возьмите бумагу, запишите, какие документы вам полагаются. Справка о зарплате раз. О квартирных условиях два. Согласие жены. Подожди, подожди, что ты чистишь-то? Согласие жены. Согласие жены. Если такова имеется. Характеристика с места работы. Так. Справка о состоянии здоровья. Справка из психдиспансера. Чего? Ну, а как же вы думали? А может быть, вы алкоголик? Или у вас какие-нибудь припадки имеются? Ну, нет, так теперь будут. Гражданин, вы тут не шутите. Слушай, извини. Слушай, за неделю управимся, а? Неделю, неделю. Да три как минимум. Пока запрос туда, пока ответы... А, стоп. А если телеграф? Не знаю. У нас раньше такого не было. Ну, нет, так будет. Да, будет. Спасибо. Спасибо вам. Ну, спасибо, сестренка. Гражданин Зубов! А? Гражданин Зубов. Бумаги бумагами, а ведь главное – это согласие девочки. И причем охотно ее согласие. Ну, это я усек. Давай, давай, давай. Чернушка, Чернушка, ну, милый, милый, иди, ну что иди, ты, иди. Ну, ну иди, ну иди, иди продали иди. Тебя, продали. Жалость-то какая, господи. Что, продали? Продали. А шуму-то сколько? Шуму-то, а? Так ведь кормилица. Что двор без коровы? Ну да теперь что говорить? Теперь им деньги нужны. Видно, судьба их такая. Разбросают в разные стороны. Паша,
Горе-то какое, а? Привет. Это что тут за сырость? А? Бежал, целую неделю бродяжил. А тут корова. Разве не жалко? Конечно, жалко. Кормилица все-таки. С собой ты ее не возьмешь. Багаж не примут. Ехать надо более. Дома вас не оставят, закон есть. Но вместе в детдом нельзя, разлучат. Надо ехать в поля. Нет. Здесь мы хоть видеться будем. Не поеду. Поедешь. Нет, Павел Матвеевич. Куда я от братьев не поеду? А почему надо брать? Все вместе поедем. Все вместе к вам? Все вместе ко мне. Город Никель, Мурманская область. Я не верю. Правильно делаешь. Мне позавчера такое сказали, я бы тоже не поверил. Мы... Я подумал. Дай-ка закурить, бать. Я штук пяток возьму, ладно? Матери скажи, пускай не ждет. Сейчас к Сереге, потом в город, делов в обать. Машенька, как там Никель? Обещаю. А, принимай. Все срочные. Столько слов, разоритесь. А, не деньги нас делают, а мы их. Оформляй, не сомневайся. Как Никель, Машенька, есть? Никель, вторая кабина. Да, потом, потом. И паспорт бросил. Смешной какой-то. Алло! 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 Алло, Никель! Да-да! Да, Том, здорово, это я, Павел! Павел, говорю, здравствуй! Да! Да-да-да! Да нет, ничего, нормально! Ничего, здоровый! Ага! Слушай, Том, тут дело есть одно. Так ты спокоен, ладно? Я не один приеду, поняла? Ну, с дочкой! С дочкой родной! Ну, какой-какой, родной дочкой! Алло! Слушай, ну, Тамар, ну... Да и я не знал, пойми ты меня. Слушай, ну ты даешь, нас же слушают здесь. Том, ну что у тебя вечно одни бабы на уме?
Ну почему скрывал? Я говорю, не знал сам, не знал. Ну ты не блажи, Том. Никто меня тут за нос не водит. Дочь это моя, поняла? Настина дочка, 14 лет. Том, ну кончай. Ну что ты... Том, ну кончай. Том, ну выпей там валерьянки. Да, передай на работе, я задерживаюсь. Оформляю. Оформляю, говорю, опеку. Тома, Тамара! Алло! Алло, Никель! Алло! Здоров, Серега. Здоров. Фу. Устал? Да, не то слово. Больше, чем на руднике. Бумаг куча. Пока оформишь. Хорошо, ребята помогли. Я им депешу, толкайте, мол. Они оттуда заверены телеграммы. Хотя пришлось покланяться к канцелярии. Ну, теперь все, концы. Ну, кончил дело, гуляй смело. Вот тебе 4 билета, целое купе до самого места. Держи. Спасибо, Серега. Да ну. Как солдат-то пишет? Да едет еще. Тайга пишет кругом. Ты чего? Понимаешь, Серега, стыдно признаться, совесть заела. Настена меня не выходит из ума. Столько лет молчала, а? Я ж писал тебе. Да ты-то писал. Да я все через себя кидал. Черт, видно нашему брату. Раньше бы все это, раньше. А ты чего, и пацанов все выберешь? А куда от них денешься? Полный комплект. Все. Ну, скажу тебе как другу. Такое дело провернул. Тут бы радоваться. А я боюсь, Серега. Здорово боюсь. Да. Я бы тоже забоялся. Я чего спросил? Как Тамара твоя на это посмотрит? Ну, конечно, обман с моей стороны. Говорю про одну, везу троих. Ну, баба же должна понять-то. Как ты думаешь, а? Хотя, черт тебе знает, что у них на уме. Ну, ладно. Назад хода нет, только вперед. Да, помалу до полного. Точно, точно. Ну, бывай, до завтра. Бывай. А где ребята, батя? На кладбище пошли. С матерью прощаться. Одни? С хороводом. Ну вот, батя, вся моя добыча. Ой, сынок, сынок. Какую же гирю мы на тебя вешаем? В какой хомут загоняем? Полундра! Все официальные лица представителя провожают, что ли? А что? Верно подметил. Вот ты и есть наш представитель. Ага. Так. Корзинку с собой бери, Полюшка. Ну? Мы на тебя надеемся. А ну-ка давай, мужики, в машину. Рекс, иди отсюда. Ишь ты. Пирожки с капустой отдельно, сладкие отдельно. Мяско я обжарила. Давайте.
Ну, серчаешь на меня? Честно, Вать, от души. Ну, ежели что, вызывай мать, не мешкай. Держись зубом. Держусь, батя, держусь. Ну, ладно, все. Мама. Ну-ну-ну. Ну, бывайте. Ну, Серега. Ну? Все равно ведь не напишешь. А я... Ну, пока. Бывай. Торжественный митинг по поводу отбытия семьи Зубовых объявляю закрытым. Ждите в гости. Благодарю за внимание. Всего доброго. Ну, бывай, председатель. Поехали. Пока. Вот и скажи, животное, собака, а сколько в нем верности, а? Не может быть. Еще как может. Мы кругом, а он наперерез. Ну, башка. Теперь он не отстанет. Верность. Верность. А что с этой верностью делать? Как их в поездах возят, не знаешь? Да ты что? А вообще-то поводок нужен, намордник и билет собачий. Ну, не найду намордник, брошу тебя на станции к чертям собачьим. Слона бы нам еще, или крокодила Гену. Знаешь что, до поезда у нас еще час. Детей посадим на вокзале, а сами махнем в одно место, где намордники есть. А для меня найдется?
Подберем. Все болото, 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 18-й день болото. Вот промокли рубашки охота, что поделаешь, такая работа. Вот промокли рубашки охота, что поделаешь, такая работа. А мы мужчины, и не потому ли, бескорыстно верны свои цели. Только трое вчера. Я холодную хочу, мне есть теплый. Я уйду ненадолго, а вы сидите, никуда не шагу, ладно? Надо, надо умываться по утрам и вечерам. Видишь, какой у тебя братик-то беленький, а ты как чугунок. Тебя как зовут, а? Ты что, язык проглотил? Его Степа зовут, он просто сказать не умеет. Степа? Да. А тебя Павлик? Да. А? Ты меня узнаешь? А? Да. А мама где? Мамы нет, а Поля ушла. Да, время жестоко, старик. А я тебя даже и не узнал сперва. Ну, а ты-то меня узнаешь, Степан, а? Да я ж тебе на сковородке цыганочку, ну, а ты ногами кренделя в люльке выписывал, а? Да. Ну чё, Павел Петрович, пойдем, я тебя угощу, а? Я Павлик. Это пока. Хочешь шоколадку? Вот такую, а? Пойдем. Сын! Полинка. А мама где же? Я вас везде искала. У нас отец нашелся. Он нас к себе забирает. На север. И Павлика тоже. А мама умерла. Скорый поезд 27-й. Новороссийск Мурманск прибыл на первый путь. Стоянка поезда 10 минут. Ну, ребята. Собирайтесь, быстрее. Не опоздать бы. Давай суп. Повторяем. Нормально. Скорый поезд 27-й. Пошли. Быстрее, ребята. Быстрее. Подожди. Ну, подожди же. Ну, не отставать. Вперед. Пошли, пошли. Не отставать, не отставать. Вперед, вперед. Вот, молодцы. Ну вот, и наш вагон. Так. Товарищ начальник, прибыли в ваше распоряжение. Держите. Вот. Ничего, ничего. Ой. Можете. Ну, пошли. Собаку в ящик. В какой ящик? Как в ящик? В обыкновенный собачий, под третьим вагоном. Подожди, подожди, минутку, начальник. Купе у нас отдельно, так?
Собака в наморднике, с поводком. Билет на нее есть. В какой ящик? Не положено. Ничего не понимаю. Давай. Давай. Как же так? Ну ведь поезд сейчас уйдет. Мы же не успеем добежать до вагона. Раньше надо было думать. Слушай, ну ведь не успеем же добежать-то. Поезд уйдет, а? Раньше надо было думать. Раньше. Что ты заладила? А ты говоришь, ящик. А, так. Сейчас. Опа. Ну, пошли. Стёпка, снимай рюкзак. Так. Ходите, вперед. Вперед. Такая работа. Так. Ну, сели. Проходи. А вон тот дядька говорил, когда я вырасту, я буду Павел Петрович. Кто это такой? А? Так какой-то. Ерунда. Наврал твой дядька. Буду тебя звать Павел Павловичем. Будешь ты большой начальник. Толстый и красивый. Понял? Сынок, я очень виноват перед тобой. Но я не смог. Мама. Я любил ее. Здрасте. У меня претензий не будет. А еще он обещал купить шоколадку вот такую. Художник? Да. Вы сделаете из него хорошего человека. Сделайте его мужчиной. А ты слушайся, сын. Я не мог жить вместе с тобой. Прости меня. Я сын. Прости меня. Да ничего. Вы только воспитайте его человеком. Устал я от вас. Ну, а теперь спать. Мамкины? Да. Только они разные. Одна синяя, а другая голубая. Я знаю. Как ты на мать похожа. Ладно, дочь, главное, едем. Я пойду покурю, а ты спи.
нескромность. Что-нибудь выпить не найдется, а? Буфет тут для вас, что ли? Еще раз извини. Затрещала. Кинулся я в лаву ребят вывести, а она тут ахнула. Всех четверых, как мух, меня под забой кинуло. Там и привалило. Вот так. Ну, дышать-то дышу, а пошевелиться никак. Да. Погремело, пошуршало. Потом все стихло. Все, думаю, амба. Лежу, прикидываю. Хороша могилка. 300 метров до солнышка. И стало мне, Вервана, что-то шибко обидно. Вот, думаю, гулял мужик 30 лет без малого. А что сделал, что узнал, что видел. Чуть да маленько, и то хорошего мало. Что там говорить. Много кое-что думалось. Не так, как всегда, а как-то особо ничего сказать не умею. Черт не мой. Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает, а волны бегут от налить винта. Налить еще? Нет, налить? Нет. Это я ведь так для разговора, да, чтобы развеяться. Спасибо тебе, Вера Ивановна, за приют, за угощение. Спокойной тебе вахты. А вы чего тут? Почему не спите? А? Матвеич, отправьте нас домой. Так лучше. Вот так выстрел. Это почему же лучше? Пьете вы. Это нам нехорошо будет. С чего ты взяла, что я пьющий? Вот вижу, вы сегодня ночью пошли. Так. Скажи, дедушка Матвей пьющий? Нет. Вот и я такой же. Слово даю. Так что успокойся, отсюда беды не будет. А почему я пошел? Ты хоть можешь понять, как душа болит у человека? Да. А я вот раньше не понимал. Ну, теперь ложись. Ложись. И выкинь все из головы. Thank you.
Вот как, Валентин Павловна. Видишь, такое бывает. А может, это лучше? По крайней мере, честно. Ну, мужики, Оля, что же вы стоите-то у порога, как в гостях? Раздевайся, осваивай территорию. Давайте, быстро. Ну что ж, Оля, пока одна комната, дальше видно будет. Вы здесь, на диване располагайтесь. Я уж как-нибудь. А вот это? Зверь, твое место здесь. Понял? Ну, зверь, не зря я тебе лез все-таки. Алло, Зубов. А, Гришка, привет. Привет. Да нет, все в порядке. Обошлись. Ну, мог бы, конечно, прислать-то. Трое. Да нет, клевета. Четверо. Четвертый зверь неопознанной породы. Че ржешь-то? Тамара? А что там? Че, Тамара? Птичка улетела, гнездышко опустела. Ага. Ну, к маме так к маме. Какая разница-то? Да ладно. Да, че там сменит? Ночную? Ага. Ну, ладушки. Ладушки. Значит, завтра в автобус. Пока. А тут снимать? Снимай, снимай. Ты это не снимай? Снимай. А вон ушли неведомо куда, и камушки у берега качали. Девочки, кто к нам пришел? Там Тамарин Павел шубу выбирает. Да что ты? Прошу тебя, сейчас розовый. Не похоже, чтобы он очень переживал. Сожжен мосток, ушла из сердца боль. Исчезла речка вдаль, умчалась юность. Но песня словно первая любовь. Спасибо. Пожалуйста. Малиновка опять ко мне вернулась. Привет, красавицам. Привет многодетному папаше. Папе герою. Лежик. О, подгузнички, нагрудничка, распашон, ползуночки. Валяйте, валяйте. Сегодня я займу вежливый и добрый. Видим, для кого шубка-то, Павел Матвеевич? Если не секрет. Секрет. Шикуете? А фиг ли нам кучерявым песнером? А что это вы, Павел Матвеевич, про Тамару Семеновну не спрашиваете? А что спрашивать? Весь город знает, дезертировал. Да? И да? Письмо от нее не хотите почитать? Да, ну, письмо даже есть. Для тех, кто спляшет. Мы только поем, пляшут пусть другие. Все-то вы про нас, мужиков, понимаете, а вот одного не знаете. Чего? А того, почему мы одних любим, а других замуж берем. Во, загадка природы. Ну, пока, девочки. Чего это он?
Ты уж потерпи, Поля. Это ведь не каблук оторвался. Сама понимаешь. А ну, налетай на обновы. Скорей, скорей! Мужики! Мужики, налетай на обновы! Так. Север, тут без меха не прожить. Одевай. Ну-ка. Оп. Ну-ка, так, рукав нормально. Так, плечи. Ну, шпалы нормально. А, не жмет? Полина Павловна Зубова. Шамрай. Лев. Знакомься. Спасибо. Асанов Арслан. Ну, а меня зови дядь Гриша. Вот тут палтус. Куда положить? Ну, будем знакомиться? Как тебя зовут? Павлик. Павлик? А меня Лев. Нет, не кусаюсь. А тебя как зовут? Как тебя зовут? Степка. Степка? А, Степка. Хороший какой. Че ты в пальто-то? А? Че ты в пальто-то? Ну, Гриша, это мой хороший. Раскинулось море широко, волны бушуют вдали, товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать больше пару. А все-таки, Паш, ты авантюрист. Искатель приключений. О. Зачем так говоришь-то? Все правильно. Молодец. Дело сделано. Ой. Дело сделано. А какое дело сделано? Ну, брат, ты мой, еще не начиналось делать это. И что тебя Паша ожидает, это я вот только тебе могу сказать. Ну-ка,
жестковато, Гриша. Этот месяц мне нелегко достался. А шут ее знает. Может быть, мне это нужно больше, чем им. Эгоист я. Понял? Для тебя эгоист. Ой, ты меня извини, Паша, но в житейском деле ты против меня. Сопляк и мальчишка. Ты меня спроси, что это означает детей поднимать. Родных детей, заметь, не чужих. Примерами, Гриш, ничего нельзя доказать, ничего нельзя опровергнуть. Как мудрецы говорят. Но раз сам, чем на эту историю свой взгляд. Да, сиротский. До сих пор не знаю, кто я, чей я, откуда. А хотелось бы знать. Мы с ним семьи не знали. Мои все погибли, как известно. Вот у него своя история не лучше. И вся наша жизнь — детдом, общага. Я, конечно, не жалуюсь. А вот я жалуюсь. Но другому своей судьбы не пожелаю. Если Пашка взял на себя такую ответственность, то я рад помочь. Да, вместе. Насколько это возможно. Вот для начала, со Степаном. Я не понял. Он что, глухонемой? Да нет, что вы, ребят, ничуть. Слышит нормально, соображает, дай бог мне так. Ну. Вот гляди, что тут медики сочинили. Так, правда. Глянь, так. Паша, это не наши там воюют. А ну, черт! Здорово, мужики! А внука скородел!
Здорово. Бригадир, про тебя на Нику Пущина. Говорят, ты за месяц троих родил, а? Не троих, а четверых. Один ведь в шерсти. Паш, с детским садиком все в порядке. Спасибо. Это ж надо, как люди успевают. Ладно, ребята, время. Погоним. Да, давай.